6 апреля в дежурную часть пункта полиции города Туран поступило сообщение о том, что в районе перевала Беглида произошло дорожно-транспортное происшествие – опрокидывание автомобиля. По прибытию следственно-оперативной группы на место ДТП установлено, что 27-летний житель села Буренхем, управляя автомобилем марки ВАЗ, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание. В результате чего на месте происшествия скончались водитель и два пассажира – 30-летний житель села Сукбажи и 27-летний житель села Эрбек. Еще один пассажир, 27-летний житель Кызыла, госпитализирован в хирургическое отделение Пихемской районной больницы с диагнозом тупая травма живота, алкогольное опьянение. Предварительно установлено, что дорожно-транспортное происшествие произошло из-за превышения установленного скоростного режима. Никто из мужчин в момент ДТП не был пристегнут ремнями безопасности. Кроме того, установлено, что 6 апреля мужчины отмечали получение свидетельства об окончании курсов вождения большегрузных автомобилей и сели в транспортное средство в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП следователям возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Расследование уголовного дела продолжается.